Привет! Сегодня ты научишься делать классный фокус. Он настолько прост и настолько оригинален, что может обмануть даже фокусника. Итак, просим зрителя подснять любое количество карт, перевернуть, и первая карта, на которой мы подсняли, будет у нас являться ключевой картой. Также в моей колоде есть карта предсказания. Это двойка пиковая. Все это время она находилась в колоде. Если мы перевернем выбранную карту, то это окажется пара той карты, которую мы положили в колоду заранее. А сейчас обучение. Итак, для этого фокуса нам понадобятся две одинаковых карты. Например, две двойки, две тройки, два туза, два короля, неважно. И обычная колода карт. Теперь нам нужно читать 5 или 6 карт. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну давайте пусть 6 будет карт. Перевернуть их и заложить вот такую заготовку. Одну карту кладем снизу, другую карту кладем лицом вверх. Убираем все это дело в колоду, вернее в коробочку. Достаем колоду и просим зрителя подснять в любом месте, перевернуть и положить обратно. Вы говорите, что зритель мог подснять абсолютно любое количество карт. И первая карта, которая будет у нас фигурировать в этом фокусе, это будет какая-то карта, да? Вот она, после перевернутых у нас лежит у нас первая. Далее говорим, что у нас в колоде есть карта. Как раз это те 6 карт, которые мы заложили заранее, перевернули. И карта является якобы нашим предсказанием. Ну, а затем, конечно же, мы вскрываем вторую карту, и оказывается, что это парная карта. Это очень простой фокус. Если вы повторите все то, что вы увидели, у вас обязательно все получится. И поверьте, этот фокус обманет даже фокусника. Так что, если понравился трюк, подпишись на канал, оставь свой комментарий. Ну и, конечно, лайкосик влепи, мне будет приятно, и это будет стимул для того, чтобы снимать ролики дальше. До встречи, пока!